Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики. Вот канал Димон 63 Монета предложил мне сделать обзор по банкнотам Приднестровья. Постараюсь выполнить его просьбу и показать вам эти банкноты. В Приднестровье начали выпускать с 1993 года начало российские деньги. И советские знаки 61 года и 91 года, наклеивая на них марки номинала разных цветов с портретом Суворова. И таким образом они решали эту проблему с нехваткой денежной массы. Я пока такие банкноты не коллекционирую, потому что очень много подделок. Такие марки продаются по сей день. Клей любую марку на банкноту, и все нормально, и никаких проблем. Я сейчас покажу вам в каталоге, как это выглядит. Вот так вот, полный расклад. Не очень дорогие марки. И получается такой 1994 года Приднестровской Молдавской Республики были введены в обращение новые денежные знаки Приднестровские рубли. Вот это банкнота 1 рубль с надпечаткой. Их выпустили 20-летию Приднестровского банка. Тираж всего 2020 штук. Стоит каждый 50 долларов. Один купон 94 года. 5 купон. 10. 50. Потом выпускали 100 купон. 200. 500. 1000, 5000, также всадник, потом с Суворовым пошли уже банкноты. Это Богдан Хмельницкий, все узнали, уже 50 тысяч. Это 50 тысяч на фольге, наклеечка. Тоже была инфляция галопирующая, так сказать, как и везде. Потом начали на старых клише добавлять нолики. И появились вот такие вот банкноты с надпечатками. Вместо 50 там 50 тысяч, вместе соточки 3 нолика добавили, 100 тысяч получилось. Потом уже начали выпускать более защищенные банкноты 2007-2012 года. Вот они по порядку. 5 рублей, 10. Видите, как они, разная защита, по-разному выглядят. 25 и 50 по ценам. Ну, цены разные, конечно, разброс цен большой. 94 года там рубль 5 10 50 стоит по 60 рублей в прессовом состоянии, 100 рублей, 300 рублей стоит, 200 рублей, 160 оценивается, 500 рублей, 300 рублей, 1000 рублей с Суворовым, 500 рублей стоит, надпечатка на боне номиналом 1 рубль 94 года, выпуска 96 года 100 рублей, а пятерочка с голограммой на боне номиналом 5 рублей стоит 300 рублей. Богдан Хмельницкий 95 года выпуска. Цены в каталоге нет. Но я ее брал где-то рублей за 450. Сейчас может быть дороже. Рубль 2000 года с Суворовым 100 рублей. Десяточка 450 рублей. 25-ка 950, а 5 рублей 250 рублей оценивается. Вот полтинничек последний.
модификации 2012 года я взял за 550, также по каталогу. Не хватает у меня еще 100 рублей. 200 рублей и 500 рублей. Есть такие номиналы. 500 рублей 2000 года стоит 5700. 200 рублей 2004 года 2200. Вот такой вот внешний вид крупных банкнот. Вот там и Екатерина, и Кантемир, и Шевченко Тарас есть, Румянцев. Так что очень много выпустила Приднестровская Молдавская Республика банкнот. Но тема интереснее. На этом хочу закончить свой обзор. Всем привет. Ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был Олег. До встречи.